Сегодня мы собрались у посольства Финляндии, потому что мы хотим защитить права своего гражданина, Роберта Рантова. Этому мальчику всего 7 лет, но органы опеки отобрали его у своих родителей 1,5 месяца назад. Вчера Роберт убежал из приюта к своим родителям и просит, чтобы больше такого не повторялось. Он слезно умоляет, чтобы его органы опеки не забирали. Это наш гражданин, и мы не бросим своих. Своих не бросаем! Своих не бросаем! Своих не бросаем! Своих не бросаем! Уникальность этой истории состоит в том, что раньше у нас родители делили детей. У кого-то, у мамы или у папы ребенка забирали. Сейчас в Финляндии органы опеки забрали ребенка у обоих родителей, которые даже вчера заявили, что они готовы просить политического убежища в Российской Федерации. Мать ребенка 10 лет живет в Финляндии. Это ее личный выбор. Она уехала туда, создала там семью. Почему органы опеки защищают непонятно какие интересы? Защищают не ребенка, не нормальную семью, а какие-то политические амбиции. Сейчас очень часто Россию упрекают, что у нас не подписана Международная конвенция по правам ребенка. Дело в том, что Финляндия нарушает сейчас все принципы этой конвенции. Сегодня в Финляндию прилетает Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации. Мы надеемся, что ему удастся договориться с органами опеки, с Министерством юстиции. Также у него запланирована встреча с президентом Финляндии. Мы считаем, что ребенок вправе выбирать, как он хочет жить, как он хочет учиться. Если он хочет жить в семье, а вчера он уже это доказал, потому что сбежал к своей маме и к отцу, мы считаем, что его права должны быть соблюдены вне зависимости от того, какие амбиции органов опеки Финляндии. Мы своих не бросаем. Своих не бросаем.